Так, ну тут я прокачал главного героя. Дракон есть. И куда идти, я вот не помню. Наверное, сюда. Потому что тут какой-то сценарий защиты городов. Да, вроде как обычный бой. Враг рядом. Если мы захватим их города, им придется уйти из этих мест. Thank you.
Квотлы оказались слабым противником. Мы победили! Thank you.
примерно так, охота. Строить смысла нет. Пока что. В армию набирать можно. Ну, хотя бы так нормально. Ну и это же можно сыграть за Винчи сейчас. Здесь у нас Савва не прокачан. Здесь Ленора. Ну и как вариант, если четвертый, пятый уровень уже есть, тоже можно будет ее, допустим, прокачать сюда. А эти герои все, четыре героя, очень мощные. Савву пока нет спешки его качать. Враг рядом. Если мы захватим их города, им придется уйти из этих мест. Thank you.
Вотлы оказались слабым противником. Мы победили! В принципе, вот это крутая штука. Такая же позиция. Скорее всего, надо будет сюда идти. Или сразу на столицу можно. Точно не помню, но здесь, в общем, город надо защищать, с четырех сторон будет нападение, а здесь столица, здесь вроде бы попроще. И очков опыта дают 6, наверное, еще там очки дадут за задание. Но самое крутое, что я люблю у Котлов, это вот эта карта. Джаламский раздел. Здесь город вместе будет. Прям охота поиграть там.